Старшая дочь Сорока, двухлетней певицы, находится во Франции. Анна Плетнева не смогла вернуть Варвару в Россию. 17-летняя наследница солистки группы «Винтаж» получает образование за границей. Когда ситуация с COVID-19 стала стремительно развиваться, девушка постаралась успокоить маму. Варя не захотела возвращаться в Россию. Не захотела уезжать. Я ей предлагала, пока было сообщение между странами. Но у нее были свои личные причины. Она уже взрослая, поэтому ей там лучше без меня, — высказалась Плетнева. Анна переживает за дочь, хотя та уверяет, что соблюдает все меры безопасности. «Мы каждый день звоним друг другу», — отметила певица. Солистка группы «Винтаж» призналась, что старшая дочь очень похожа на нее по характеру, такая же безбашенная и страстная. Артистка вспоминает себя в возрасте Вари и старается не давить на девушку. Ее радует, что Варвара все-таки серьезнее, чем она. Девушка заявила, что не станет устраивать личную жизнь, пока не закончит обучение. «Все в нее влюбляются. Но она осознанная, в отличие от меня. Говорит, что ей рано об этом думать. Я сама думаю, что раньше 30 лет нет смысла рассуждать о совместной жизни. Я в ее возрасте думала только о любви, о мальчиках, куда мне быстрее сбежать. У нынешнего поколения детей другое сознание», — цитирует стар-хит исполнительницы. Анна находится на самоизоляции с младшими детьми. 14-летняя Мария и 10-летний Кирилл появились на свет во втором браке Плетневой с бизнесменом Кириллом Сыровым. Мальчики учатся в американской школе. В условиях карантина они получают образование дистанционно. У звездной мамы из-за этого прибавилось хлопот. Однако она постаралась отладить режим наследников. Дети поднимаются в 8:30 утра и садятся за уроки. «Я много готовлю через еду, стараюсь извиниться перед своими детьми. Они обожают салат «Цезарь», который я делаю. Для них это лучшее, что я готовлю», — рассказала Анна. По данным университета Джона Хопкинса, Франция находится на 4-м месте по количеству заболевших. Там диагноз COVID-19 поставили более 156 тысячам человек. Умерли 294 пациента. Ранее Плетнева обнародовала фото в откровенном топе со смелым декольте. Певица рассказала о новом альбоме и о том, как ей удается находить баланс между работой и личной жизнью. Анна произвела фурор своим откровенным образом. Она полностью разделась перед камерой,